Это еще только вечер. Так, друзья, вот так вот выглядит с другой стороны. То есть дом весь освещен гирляндами. Первый Новый год в деревенском доме. Вот еще покажу, как это будет выглядеть ночью. Особенностью еще, наверное, будет являться то, что на улице просто нет никакого освещения. И как сюда вы выйти. Ну, в общем-то, вид, наверное, будет какой-то интересный. Итак, первый Новый год в деревне. Какой-то мужик на огород забрел на лыжах. Максим. Ну ты тогда спереди, что ли? Забег по стадиону с чесноком. Ну и вот, друзья, как можете наблюдать, на нашей улице, ну, как говорится, глаз кали, ни одного фонаря ни с какой стороны практически нет. Вот на углу сейчас покажу. Ой, его очень плохо видно, но фонарь есть. Ну, вот так вот выглядит наш дом. И это мы, я сейчас еще включил дополнительное освещение, которое, в общем-то, подсвечивает улицу и двор. Ну, а сейчас давайте пройдем во двор, и я покажу, как выглядит освещение с более близкого расстояния. Ну, вот входим в двор. В общем-то, выглядит все вот таким вот образом. Сейчас на правую сторону немножко направим. Ну, вот переместились мы на угол дома. В общем-то, вот таким вот красивым, можно сказать, образом выглядит наш старенький, новенький домик. А сейчас давайте направимся на огород. Ну и вот не зря я делал подсветку, которая светит, в общем-то, в огород. Смотрите, как красиво это получается. Возможно, плохо видно, но очень красиво сейчас выглядит яблоня по цветам и вот мерцанием. Ну, друзья, это наш новогодний шедевр. Такой снеговичок получился. Вот так вот выглядит наш пруд зимой. Проруби для рыбаков. Ой, проруби от рыбаков не видать, но видно, и рыбы у нас тут немного. В общем-то, как-то так.